Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина на канале «Русская душа». Вот. Мы на моей кухне. Сейчас пойдем в сад. Закончилась вода в кипятильнике. Давно не снимала видео. Да знаете, как-то, не знаю, не тянула. Сейчас думаю, чего-то хочется снять. Вот. Да тут такие появились дела, ну, которые, наверное, не каждому понятны. У нас появились новые знакомые, удивительные люди, семья, муж с женой, которые мы познакомились, они у нас в воскресенье были в гостях. До сих пор под впечатлением, но это отдельный разговор. Может быть, когда-нибудь на эту тему поговорим. А так я наливаю термопод. Пойдемте в сад. Дома тихо, тепло, чисто. Вот. Кошки. Весточка. Очень любит вот на этом месте. И даже головой на подушечку ложится. Калина спит. А где Иса, не знаю. Тоже где-нибудь. Привет. Это я уже в куртке. Собралась на улицу. Вот. Пойдем. Покажу, чем я занимаюсь. Кабинет у меня. Здесь у меня постиранные носки. Надо разобрать, свернуть. Занесла. Здесь мое рукоделие. Это вот вчера одни джинсы мужу подшила, отрезала. Очень высокий рост у джинсов. И вот вторые буду. Ну, у меня муж ростом 1,78 м. Может, даже выше, я не знаю, давно не замеряли. Он мне как-то сказал, я не мерила сама. Вот моя машина Элна джинс, которая берет все, легко берет джинс. Вот эти швы толстые берет легко. Вообще, можно рогожку шить и тонкий шелк. Все на свете. Когда я была молодая, у меня была своя швейная мастерская. Ну, как бизнес. Вот, и я ж сама умею шить, хотя и самоучка. Ну, тогда у меня был бизнес, то есть не только я, но и люди работали. Это моя осенняя курточка. Вот, покажу вам. Это один из моих любимых цветов, розовый припыленный. И вот точно такая же у меня, как эта куртка, сумка. Ну, это сумка такая брендовая, Сислей. Вот такая мешком. Очень удобно. Джинсы, курточку надела, сумочку через плечо и побежала бегом. Ну, пока здесь это, когда нужно куда-то приодеться, конечно, я приоденусь. Так, и вот. Ну, вот, а пока я, видите, в чем хожу. Ну, у меня шерстяные носки, поэтому я сейчас, чтобы быстренько, долго не обуваться, надену пока тапки. Пойдемте в сад. Сегодня солнечный день. Ну, наверное, поэтому у меня прямо категорически хорошее настроение и много планов. Ой, на самом деле, вот эта хмурь пасмурная, такая погода, она уже вот так надоела, так прямо усталость от нее. Я не знаю, целый день как будто вечер. И очень рано темнеет. 5 часов вечера уже темно. Вот. Я как-то не стремилась в сад. Почистить надо газон от листвы. А может, не надо. Вот. Ива почти облетела. Роза цветет вовсю. Смотрите, как я и говорила, уйдет в снег. Но я ее еще не сняла. Вот прямо сейчас возьму ножницы и буду отрезать все хомутики, которых она держится.
И надо уже, чтобы она под своим весом ложилась, укладывалась. Вот эту буду пришпиливать. Это вот у меня сегодня-завтра, ну, выходные. Задача положить эти розы. Вот эту сниму тоже с этих, ну, с опор, с хомутиков. И тоже ее пришпилю. Ну, может быть, листву пообрезаю еще. Вот с этой розы. Видите, тоже цветет. Так, цветы немного.